Ну что, красота. Ребят, вот такой ребенка выбросили. Выбросили в переноске. То есть кому-то ребенок просто надоел. Вы представляете? Это просто зверство. Просто зверство. А ребенок ласковый, хороший. Девочка, кошечка. Мне пока ее... Сейчас буду думать, куда посадить. Места нету, поэтому посадила пока на улице. Сейчас будем думать, куда посадить ребенка. Может быть, кому-то ребенок нужен. Красивый, хороший, замечательный. Ну, чудесная девочка. Скажи, я красавица. Я красивая девочка. Ты малыш, что мой хороший, ты больной, маленький мой, да ты же мой золотой, пойдем, господи, ребята, это он еще сидит так, он худой-худой, ребята, прям косточки прощупываются. Бедное дитё, сколько их вот таких малышей сейчас умирает. Ребята, господи, в каком же аду мы живем? Да что же это такое? Судя по свету, это цвету, это девочка. Она такая трехцветочка блеклая, но... Девочки, кошечку назовем Ариша. Это точно кошечка. И, может быть, все вместе мы найдем ей дом. Ариша, кись-кись. Ну-ка. Ах, ты мой золотой. Да, она простуженная 100% и истощенная. Ничего, поправится. Ну вот. Ребята, он выпил полблюдечка воды. Это пипец. Так, все, приготовила. Все, ребенок, вернусь. Осмотрю внимательнее сейчас. Мне надо срочно ехать. Ребят, ну вот еще один ребенок, худющий, вообще как скелет. Чудесный подарок, да? Ну-ка. Ой.
Что там? Ой, блин. Давай быстрее, Валя, бегом. Блин. Зачумленные какие-то, все мокрые, больные, непонятно. Господи, да мать вашу, а? Сволочи, где мама? Если уж вы твари везете с котят, то хотя бы с мамой везите. Что, детушка, кушать хочешь? Да ты мой золотой. Все, давай, забирай. Понял, зачем их обливали? Закрывай коробку. Непонятно, чего они. Сейчас делаю разберемся. Делаю фотографии. Делаю? Именно делаю. Фотографии. Блин, пониже фотографии. Ниже прям сделай. Еще ниже. Вот так. Ага. Куда ты скреблайся, куда ты скреблайся. И давай так. Глазки плохие. Люди, вы совсем озверели, а? Что же вы творите, а? Помогать приюту некому. Все помогают кому угодно, кроме приюта. Но подшвыривать нам щенят и котят делаете добренькими, да? Доброе дело делаете. Что вы творите? А кормить я их чем буду? А лечить я их чем буду? Где лекарства для этих малышей? Где помощь, которую вы положили в эту коробку, чтобы мы могли хотя бы купить им первое время? Корм какой-то, молоко какое-то. Что вы творите? Вы сделали доброе дело? Кому вы его сделали? Кому? Нам? Себе? Вы себя считаете добрым человеком? А нам что делать? Если мэр города заявил, что ему не нужен приют,